К другим событиям. Перечень организаций Верхневолжья, которые могут воспользоваться правом получения инвестиционного налогового вычета, расширит. Такое решение приняло правительство Верхневолжья. Подробности в нашем следующем материале выпуска. В Тверской области расширит перечень организаций, которые могут воспользоваться правом получения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Это позволит сформировать дополнительные меры стимулирования инвесторов для вложения средств в обновление производства. Напомним, что размер вычета составляет 50% затрат на приобретение новых основных средств или на их обновление. Мы включили все виды деятельности в возможность компании участвовать в этой программе. Если у нас раньше ограничивалось 28 видами деятельности, то теперь абсолютно все виды хозяйственной деятельности, разрешенные законодательством Российской Федерации, могут участвовать в этих программах. Кроме того, теперь инвесторы получат возможность использовать вычет при реализации проектов по реконструкции крупных действующих промплощадок. Среди тех, кто уже воспользовался таким правом, Кемерский завод теплового оборудования «Радиатор». Предприятие реализовало приоритетный инвестиционный проект по техническому перевооружению и реконструкции одного из корпусов. Также областное правительство приняло решение, которое поможет индивидуальным предпринимателям. Это не изменение ставки на стоимость патента для индивидуальных предпринимателей, лиц, которые занимаются развитием нашей региональной экономики. Поэтому мы оставляем без изменений, но видим, что эта мера очень популярна. Форма ведения хозяйства тоже стала очень популярной на территории Российской Федерации и, конечно, Тверской области. Принятая в 2020 году улучшенная патентная система налогообложения стала в Тверской области одной из альтернатив отмененному единому налогу на вмененный доход. Причем, если в прошлом году более 10 700 предпринимателей использовали данный вид налогообложения, то за 6 месяцев текущего года уже 10 200. Увеличивается и количество выданных патентов. За прошлый год свыше 18 тысяч, а за 6 месяцев этого года уже более 14. Региональному бюджету это принесло в текущем году почти 144 миллиона рублей.